Third week, we will attack you. Всем привет, с вами вновь Антон Самогонов.ком, и у нас опять очередной крутой анбоксинг, на этот раз пропущенный. В прошлом году Splinter Cell Blacklist. Коробку мне прислали давно, но, к сожалению, вот не нашел я времени ее распаковать. Сделаю это сейчас. Как раз мы решили смонтировать таки обзор. Обзор я записал еще в сентябре прошлого года, но вот у нас слишком загруженный график был, мы не могли выделить время его смонтировать. Сейчас смонтировали, и вот еще по этому случаю коробочку откроем. Этот коллектор называется FIFA Freedom Edition. Сзади нам говорят, что твои правила, твой ход, что бы это ни значило. Вы Сэм Фишер, оперативник, которому дано право применять любые средства, чтобы остановить черный список. Серию безжалостных террористических актов, грозящих всему миру. The blacklist cannot be stopped. В качестве лидера новой правительственной организации получите доступ к самым передовым технологиям, позволяющих нейтрализовать противников любой точки мира. Выбирайте свой стиль игры. О, сейчас будет смешно. Действуйте безмолвно, как призрак, беспощадно, как пантера, или жестоко, как штурмовик. Просто бог писал эти описания на русский язык. Молодец. Ну что, давайте открывать. Опять куча наклеек. Коробка красивая. Жалко, что придется ее выкинуть. Но вполне себе. А внутри. О, вот это они хорошо сделали. Берешь, начинаешь открывать. А там ты уп-уп-уп-уп. И сиськи. Итак, что у нас внутри? Для начала это комикс Splinter Cell Echoes, написанный автором Ultimate Iron Man. Ну, очень красиво нарисованный, качественно напечатанный. Достойное, в общем-то, вложение. Сама игра с надписью «Не для продажи отдельно». На обороте, в общем-то, те же задвиги про штурмовика и пантеру. Отдельный стилбук для тех, кто пожелает выкинуть оригинальную упаковку и вот на полочку поставить в такой красивой упаковочке. И то, что только что упало мне на ногу, это, собственно, фигурка. Фигурка Сэма, ну, такая средненькая, не супер детализированная, лицо такое какое-то девственника у него здесь, но в целом довольно неплохая. В общем-то, можно поставить его рядом с другими героями стелс-экшенов. Правда, Снейк вот ему скажет: «Эй, чувак, меня вот в коробку не кладут, отдельно продают, а ты как лох в коллекционке». На этом все. Спасибо, что смотрели. Заходите в блог, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если понравилось видео. Больше лайков, больше желания делать что-либо еще. Увидимся!